Была названа пятерка штатов США, в которых чаще всего за онлайн-покупки расплачиваются криптовалютой. Член правления американского онлайн-ритейла Overstock Джонатан Джонсон назвал 5 штатов, в которых чаще всего за онлайн-покупки расплачиваются криптовалютой. Среди них Аляска, Делавэр, Орегон, Вайоминг и Гавайи. Этот результат стал неожиданным, ведь эти штаты не являются центрами финтех и экономической зоны использования инновационных технологий.